Здорово, бандиты! С вами будни тракториста. Ну чё, соскучились? Извиняюсь за такое долгое отсутствие, но на то были свои причины. Но теперь всё более-менее наладилось, и я снова могу радовать вас видосиками. Контента на лето должно быть много. Во всяком случае, что-то уже отснято, а что-то еще предстоит снять. Будут как и ремонты, так и новые проекты. Не зря же вам обещал. Ну а сегодня поговорим о планете. Вы ее часто просили в последнее время. Кстати, она сейчас снова сломалась, и об этом был пост сообщества на ютубе. Но подробнее про это в следующем видосе давайте поговорим. А сегодня давайте начнем с диагностики внутренности кожуха, ведомой звезды и тормозов. Внутри нас ждала уже порядком убитая звезда, да и шлицы, стыкующие с колесом, были не в лучшем состоянии. Звезда из того самого ведра с запасами была не лучше, в ней и вовсе клепки расшатаны. Также тормозная тяга была загнута. Выбрав все изношенные детали, я принялся чистить все от грязи, а было ее там достаточно много. Кожухи цепи, кстати, новые есть, но еще не ставил. Первым делом собрал рычаг с кулачком, предварительно все хорошо смазал. Ставил тягу и навинтил в нее регулировочную гайку, не забыл про пыльник. Далее колодки, вставляем пятачки, пружины и ставим все на место, вроде работает. Смазал колесо и установил кожух у него. Ну и вставляем все это дело в колесо и обратно в маятник. А вот это такая у меня тяга. И тут приключилась проблема. Тяга кожуха не доставала до рычага на маятнике. Вырезал планку и просверлил в ней отверстие, проблему удалось решить, но тормоза получились слабые. Еще нужно будет сместить отверстия планки ближе друг к другу. Измазав весь литол на кожух, пришлось смазывать цепь тадом. Да-да, тем самым. Теперь частичка Волги будет в планете. Ну а теперь уже переходим к более серьезной поломке. При замере максималки я не смог затормозить, а все потому, что пропало сцепление. Но тормоза были слабые. До своего села в тот день я добрался, но мы решили прокатиться, я заглох. Сцепление к этому моменту окончательно пропало. Планету пришлось катить до дома пару километров. Что ж, давайте разбирать двигатель. Крышка упора не хотела сниматься из-за обилия герметика. Но там просто плоскости неровные, вот я его пожестче, побаще и намазал. Даже порвал прокладку при вскрытии. Снял все, что мешало добраться до корзины, разбираем ее. И смотрите что. Пам-п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 ам. Эх, придется покупать новые диски. И все из-за того, что при сборке я плохо зажал гайку корзины. Вот она и скрутилась от вибраций. Благо, что у меня в запасе оказались еще те самые советские, хоть и повидавшие много, диски. Как раз к этому моменту пришла очередная посылочка с Моторитейл. В ней, ну, очень много запчастей я заказал. И дуги, и кожуха на цепь, и тросики, и чехол сиденья, и куча-куча всего. Все рассказывать не буду, об этом вы узнаете в следующих видосах постепенно, вот так вот. А на планету я заказал новый вал кикстартера. Ну, чтобы снять старый, пришлось снимать моторную звезду с корзиной. Излегший механизм кикстартера, я принялся его разбирать, и тут вы можете заценить, насколько плохо старому валу. Попытавшись одеть полумесяца на новый вал, я понял, что без напильника дело никуда не пойдет. Доработав нашу деталь, все пошло как по маслу. Собираем все в обратной последовательности и устанавливаем. Под моторную звезду нашел волнистую шайбу, которая при сборке двигателя как раз таки у меня не оказалась. Но я ее нашел, не поверите, на свалке. Вот прям реально на свалке был ящик с мелочевкой от Юпака. Но я и прихватил на всякий случай с собой там по чуть-чуть. Как говорится, в хозяйстве все пригодится. Собрал двигатель, также установил новый хомут лапки кика и ножку переключения передач. Аж блестит на солнце. Далее занялся глушителями, потому что этот шум и постоянный дым вперед, а не назад, как это должно быть, уже порядком надоел. Почистил колени с трубами уже снаружи и подложил под гайку глушителей проволоку, чтобы не выдуло асбест. Как это было без нее? Теперь глушители наконец-то работают, они просто существуют. Далее занялся неким подобием света, ночью-то тоже хочется порассекать. Сделал максимально примитивно, массу на руль, а плюс наклеил его два коммутатора, даже выключатель не ставил. Вот только не понял, почему у меня свет такой тусклый, может у планеты оборотов не хватает, потому что там стоит минское зажигание?
миничка-то больше оборотов. Либо мощность лампочки слишком велика, поэтому она такая тусклая. Вы как думаете, пацаны? Пишите в комментарии. Спустя некоторое время катания по полям, и так трухлявое сиденье окончательно распалось на ежаних и отправилось в Митол. И тут я решил немного поменять облик мотоцикла, сделать в стиле а-ля кафе-рейсер, только в сельском варианте, с минимальными изменениями. Люльку-то нужно будет в будущем куда-то цеплять. Так вот, занялся изготовлением так называемого хвоста, изготовил шаблон из картонки и трубу подходящего диаметра. Начал гнуть болгарочно-сварочным методом. Постепенно и не спеша получилась вот такая вот загогулина. По завершении этого действия занялся обрезанием рамы. Оставил по сантиметру до косынок ушей амортом и изготовил закладные трубки. Нужного диаметра не было, поэтому вырезал из той же трубы, что и хвост, две трубки. Из них удалил сегмент и придал форму молотком. Далее в раме хвоста нужно сделать по отверстию, чтобы в дальнейшем зафиксировать в них трубки. Собрав все до кучи, обвариваем все хорошенько и зачищаем. Рама готова, теперь надо на чем-то сидеть. Обвел по контуру рамы картонку, а ее перенес на лист какого-то куска железа и вырезал нужную нам форму. Выровнял ее по краям, чтобы хотя бы на глаз была хоть какая-то симметрия. Далее к раме приварил две полоски металла, к которым будет крепиться наша сидуха. Выровнял все это безобразие и просверлил отверстие для крепежа. Ну и на этом пока все. Нужно еще будет сделать чехолы и найти поролон. И кстати, я заметил, что меня смотрят 90% без подписки. Ребят, давайте справляться. Накидаем этому видосу лайков, оформим подписочку и напишите, что думаете по планете. Ну а пока, всем пока. Ну и напоследок, вот вам немножко покатушечек. Поехали. Дорога. Пацаны, ход. Вон там ход. Аккуратненько крадемся через завал, вот так или вы. О! Да, проедем. И я буду. А? Да. Трои! Да. Макс, еще без маски. У меня его маска. А мы Russian Quarantine.